Привет, друзья! С вами снова я, Ирина Маркелова-Агапова. И трансляция моя называется «Хули ты ноешь?». Сегодня понедельник. Мы гуляем в лесу. Вот сзади идет мой муж Борис Маркелов. А в лесу ни души. Посмотрите. В лесу больше никого нет. Дорожки пустые. А знаете почему? Потому что сегодня понедельник и рабочий день. У людей рабочий день. А у фандрайзеров, то есть у нас, которые люди, которые привлекают денежные средства на благотворительность, у нас свободный рабочий день. С утра пришло мне $80, кстати, под Бориса структурой, ему тоже пришло где-то так. Пока он спал, пришел перевод. И, кстати, еще в Киви кошельке вывелась денежка за продажу программы СМР. И вот очень многие люди ноют, как нам тяжело живется, что сейчас в стране кризис, что Путин виноват, что кто-то должен на работу ходить, Дмитрий, конечно. Мне тут один вчера человек сказал, если все люди будут в вашем проекте, кто же тогда будет печь хлеб, кто будет стричь людей, подметать в подъезде, работать водителем и так далее. А нам не нужны все люди. Нам нужны активные люди, которые хотят заниматься благотворительностью и улучшить свою жизнь в лучшую сторону. Напишите, кто кем работает, и напишите, на себя вы работаете или ходите на наемную работу. Я до 2013 года ходила на наемную работу, я работала парикмахером, жила в общежитии. Сейчас я живу со своим мужем в трехкомнатной квартире с ремонтом. И в этом мне помог проект «Всем миром». Я тоже живу в этой же стране, и у меня никакого кризиса нет. Я считаю, что все зависит не от президента, не от страны, не от местности, где вы живете. Все зависит от вас. А вы зависите от вашего мышления. Кризис вот здесь, в вашей голове. Я считаю, что никакого кризиса нет. Если человек хочет развиваться, он будет ставить цель и идти к ней до конца. Даже те люди, которые занимаются сетевым бизнесом, вот у меня ВКонтакте в основном целевая аудитория, которая занимается MLM-бизнесом. И сегодня мне мужчина один звонит, говорит, а у меня нет $105, потому что я вложился в уйму проектов. А зачем вкладываться в уйму проектов, когда проект «Всем миром» работает уже 6 лет, будет в ноябре, и я в нем 4 года. Кстати, структура моя уже построена, я получаю на полном пассиве. Еще я майню биткоины. У меня лежит один биткоин в хэшфлеере, и мне $7 капает на абсолютном пассиве. Я даже никого не приглашаю. А биткоин у нас каждый день растет, и получается, что мой доход тоже растет. Я так посчитала, $2200. Я могу несколько раз съездить со своей семьей в путешествие. Кстати, у Бориса, вот, который идет сзади, тоже получает на полном пассиве. У меня семейный бизнес. Мы через 10 дней улетаем в путешествие. Следите за моим каналом в YouTube и за моими трансляциями. Их со 2 июня будет гораздо больше. Будем вам показывать разные интересные, красивые места. Море, горы, солнце, пляж и так далее. Поэтому не надо плакать, друзья. Никакого кризиса нет. Меняйте свое мышление. Становитесь богатым внутри. Растите. Растите и развивайтесь вместе с нами. У меня есть курс, который придумала я сама, написала обучающий курс.
метод приглашай-не-приглашай, по нему работает вся моя команда. И из 900 тысяч человек, 6 человек в моей команде, в десятке лидеров. То есть этот метод работает, я сама по нему работаю. И очень многие люди могут подтвердить, что моя методика работает. И я даже снимала видеоотзывы. Кстати, можете зайти на мою страницу и в видеоотзывах посмотреть отзывы о моей методике. Получилось масло масляное. Так что не нужно ныть. Кстати, вот кто занимается MLM-бизнесом, напишите, вы ведете свои трансляции в ВК? Напишите. Напишите плюсик, если ведете. Вот Елена Стрелец ведет трансляции в ВК. Видела. Кто еще ведет трансляции ВКонтакте? Кто пишет истории, поставьте двоечку в ВК. Вот у меня 3000 подписчиков и 8000 друзей. А истории я вижу всего где-то около 10. То есть это одна тысячная часть записывает истории. И вы хотите, чтобы о вас все узнали. Вы в курсе, что вашу историю может видят ваши друзья 24 часа? Также и в Инстаграме, также и в Фейсбуке. Поэтому, кто занимается сетевым бизнесом, ведите трансляции, популяризируйте свой бренд, снимайте видео и обязательно ведите YouTube-канал. Мой вам совет. На этом все. Со всеми я прощаюсь ненадолго. Пока-пока.